За что задержан? За кражу. Поясни обстоятельства, что произошло, как? Ходил по Саратову, воровал в квартиру. Каким? Составляя сотрудника кабельного телевидения. Так, дальше что было? Сейчас сидел, отдыхал в кафе, меня задержали. Но я не спрашиваю, как задержали. Как вы кражу совершили? Создал сотрудникам кабельного телевидения. Дальше что происходило? Ну, приходили, да, люди открывали дверь, дальше что? Забирал деньги и выходил оттуда сразу. Ну, забирал как обманом или угрозами, как забирал деньги? Пока не видел. Пока они отлучались, да. Куда-то, да? Пока не видели? Да. Понятно. Сколько эпизодов таких у тебя? Четыре. Четыре эпизода, да? Все по Кировскому району? Да. Сам проживаешь в Саратове? Нет. А где? В Энгельсе. В Энгельсе? Работаешь где-нибудь, нет? Учишься? Не работаю, не учусь. А сколько тебе лет сейчас? 25 будет. 24. Раньше сейчас. Привлекался за что-нибудь? Да. За что? То же самое. То же самое, да? Сидел срок, нет? Да. Понятно.